Ну что, ребята? Гризлик, тебя перевели, да? Перевели сегодня временно. Сейчас сделаем хорошо и удобно будет. Ты мое солнышко. Да, Гризли? Эй, малышка. Да, вроде, смотри, хвостом виляет. Здесь у него хоть развлекаловка есть. Он теперь на собак смотрит и радуется. Ну что, мой золотой? Это ему временно сделали сейчас, потому что нам пришлось использовать нашу срочную термобудку. Так что Гризлика переселили под дерево. Но сделали ему временное укрытие. Наверное, в случае дождя. Ну, потом сделаем. Успокойся, нельзя. Хвостик не оторвется, Гризли. Гризли, зайка моя. Эй, стайка. Такой большой, красивый мальчишка. Нет, он не рычит, он очень добрый. Он знакомится, он радуется. Если бы он был злым, он бы порычал на них немного. А он хвостом машет. Гризли. Хороший мальчик у нас. Да, красавица? Хани. Зайка моя. Гризли. Нет, он занят, он знакомится. Ну, вот такие у нас дела. Гризлик ходит. С ним все хорошо. Он старенький. Я думаю, что доживать он будет у нас. Если мы не найдем хорошие, добрые условия. Было бы здорово, если кто-то отозвался и дал ребенку место. Он очень добрый мальчишка. Добрый, хороший мальчишка. Гризлик. Гризли. Маленький мой. Мальчик мой. Ты мой хороший. Тихо, детка. Лапки у Гризлика еще болят. Но главное, он встал. Главное, ребенок встал. Ну все, наверное, хватит, да? Гризли, я готова тебя снимать каждый день. Солнышко. У него там курочка лежит. И вот он смотрит на нее, стоит ее скушать, не стоит ее скушать, да, малыш? Иди погуляй, у него там далеко, хорошее место там. Мы большое сделали ему пространство. Ему есть где походить. Просто ему здесь интересно сейчас, возле сетки. Много новых ощущений. Гризли. Да, да, мальчик мой, да, мой хороший. Но главное, что ему здесь не будет жарко. Пока прохладно, он ходит в куртке, а потом куртку снимем. Но он... Поднимаем ему куртку, спинку почешем.